И всем привет! И сегодня у нас будет вновь по просьбам трудящихся. То есть я буду делать то, что вы просили в комментариях. И что у нас следующее? Это Жека Емельянов. Он попросил пройти миссию чисто для разрядки в моде HD Remaster. Ну, давай выберем тогда с самого начала. Вообще, в принципе, так-то миссия неплохая, только она меня немножко напрягает. Я помню, что-то было время, когда я с ним что-то вообще мучился, там напрягался и все такое, потому что там чувак с этими коробками и сигарами и все такое, ну да ладно. Сегодня работа для разрядки, парни, я знаю. Короче, были небольшие проблемы, но мы сейчас попробуем сделать все как-нибудь по-умному, там по-хитрому и все такое. И посмотрим в ремастере на этот... на порт, на коробоньки, на машинки. Блин, какая красота лепота вообще. Просто после PS-версии вы не представляете, как это все выглядит. Когда ты играешь в PS-ку, а потом переключаешься сюда и просто офигеваешь от того, как здесь все классно и красиво. Привет, привет, у меня кое-что есть для вас. Хорошо, хорошо. Мент, добрый день. Сначала мы идем брать оружие. Идите сюда, парни. Блин, и стены. Вот в PS-ке, я помню, была серая фигня, короче. А еще эти точки у меня на стенах из-за сжатых текстур в Setup XE. Сразу говорю, это для стабильности игры, по-моему, так сделать надо было по инструкциям автора. Чем займетесь? Битвы, пистолеты, еще дай... Эй, парни! Томпсон козырный все-таки. Это рисунок такой на стене, вы не заморачивайтесь. То, что такие дырочки. Вы научитесь... Спасибо! Фига себе! Я тут пока оружие выбирал, научился Кадиллак скрывать. Thanks, Vincenzo. Нормально, да, пацаны, сгонял за оружием, научился открывать еще машину. Винчит это вообще экстрасенс, он мне в бошку вбил, как вскрыть гребаный Кадиллак. Кстати, Кадиллак, ну-ка, пойдем на Кадиллак посмотрим. Че такой медленный, Сэмми? Так. Воу. Кадиллак. Ну давай возьмем Кадиллак, мне это как бы нравится. Это очень хорошая задумка. Ну и мы сейчас полетим. Сначала получается в обусловленное место, как говорят. Кстати, он сейчас еще в машину сесть не сможет. Сэмми Боленский! Он сейчас будет бегать как дурак во все стороны. Давай догоняй. Присаживайтесь, пожалуйста. Да ладно, неужели? Уф. Я хочу сейчас пройти порт спокойным образом, то есть через помощников там, через типа как все надо там и тому подобное, потому что меситься там, насколько я помню, люто сложно, потому там чуваки, короче, меткие там и все такое. Да сейчас главное вообще хотя бы грузовик спереть, потому что я помню, что даже с грузовиком иногда возникают проблемы с этим утырком, который сидит там за баранкой. Ну да ладно, сейчас разберемся. Опа! Езжайте в условленное место в рабочем квартале. Ладно, мы поедем в одно место в рабочем квартале и высадим Сэма там. Блин, как красиво все-таки. Не знаю, вы бы знали, как это после PS-ки зайти сюда и ощутить это вот все. Это просто вах, Вася, ваш козырно. Да ладно. Ну тогда что? Погнали тогда в обусловленное место и там продолжим. Хотя я думаю, что лишать вас удовольствия наслаждаться городом с такими текстурками. Будем ехать потихонечку так. Молчать все такое и смотреть по сторонам. Баннеры Кока-Кола, еще и мент. Мент! Ты гидрант снес! Бедолага! Еще мент! Простите меня, пожалуйста, я ни при чем! О, господи, врача! Авария! Мент! Болинский! Давайте, пожалуйста, можно с ментами туда заехать? Я вас прошу. Блин, они еще вписаться? Мэриак! Маньяк! Можно с ментами, пожалуйста? Мне надо избавиться от копов. Во! Сейчас от копов избавимся, смотри, пацаны. I say don't move! Я сказал не двигаться. Давай, не двигайся. Так, у какой деревка козырная? Ха, фига себе! Что-то я раньше не замечал. Да я понял! Я понял! Сейчас копы стряхнутся, погоди! А чё так я... Пробежал! Ты чё, собака сутулая, охренел что ли?
Да ты издеваешься, что ли, мент? Он сейчас еще поднимет копов по тревоге, сука! Не-не-не, не надо, пожалуйста, я пошутил, не нужно этого делать. Не дай бог, он сейчас поднимет копов по тревоге, задница! Сука, он меня увидел. Не надо, прошу! Я все понял, я хочешь, я штраф заплачу, пожалуйста, у меня есть питик, я даже его с собой взял на всякий случай. Твою мать. Теряй меня, задница. Нифига, как из-за него время тянется. Мы сейчас пока выйдем на улицу, осмотримся. Какая красивая дорожка. Посмотрим на дорожку. Да и вообще у Томми такая шляпа проработанная стала. Просто шикарно, я бы сказал. А мента что-то так и не хочет. Твою мать, чуваки, бежим. Этот идиот поднял идиотов других по тревоге. Картинка знакомая, я у кого-то на аватарке на ютубе ее видел. А, нет, ВКонтакте один чувак с этой аватаркой. Оу! Оу! Полли! Полли! Друг! У нас проблемы, может, не надо копов? Пожалуйста, скажи, что потеряли! Ура! Давай быстрее! Идите сюда! Окей, окей. Окей, окей. О, отлично, о! Perfect. Отлично. Я хочу вас кое-что... Я знаю, что... Он, короче, сейчас спросит про банк, но все прекрасно... Подождите, грузовик, выезжающий из порта Lost Heaven. Так, тихонечко. Блинский, не относительно повезло, конечно. А, кстати, как они меня потеряли? Странно. Ну, в смысле, то, что вот он стал, типа, с вопросительными знаками, там все такое. Тихо. Тихо. Полли, да ты можешь уже встать. Харе на картах ползать. Так, сейчас они отвяжутся. И все будет шикарно. О, отлично. Мент, ты что свою телегу тут поставил? Мне кто-то в тачку сейчас, типа, попал, я офигел. Нормально, мне прям все так видно. Доски, конечно, классные, не спорю, но мне ни хрена не видать. А, подожди, он сел, что ли, все-таки? Так, тачку выталкиваем. А где менты все? Хо, менты исчезли, да ладно. Спасибо. Они, короче, взяли кого-то, испарились из задницы. Ладно, хоть мне проблем меньше создали, а то я думал, сейчас в ВШП придется сейчас с чуваками... С дробовиками шмаляться, это было бы вообще не шикарно. Я понимаю, что, конечно, было бы оружие дополнительное. В порту было бы легче меситься в случае неудачи. О, как здесь классно. Реально, на ПС-ке, короче, это вот место полностью пустое. Тут ни этого дома, ни трубы, ни кирпичного домика. Вообще ни хрена нету. А здесь прям классно, классно. Ну, правильно, классно же, правда ведь. Не вру, не вру ни капельки. И небо-то, смотри, какое. Не, ну радует глаз. Радует глаз эта модификация. Короче. Врывай... О, тихо! Да ты задолбал, мент! Ты чё такой противный ублюдок? Еще одна задница. О, сам виноват. Сейчас еще чувак с грузовиком. Вы заколебали мне мешать жить спокойно. Эй, как ты меня увидел? Он же должен был меня потерять. О, потерял. Нормально, он сначала увидел, что я превысил скорость на этой машине, вышел из нее, а потом в нее сел, и он меня потерял. Нормально так. Сейчас своего братишку задавил. Фига не друзьяхи вообще. Взял своего кореша, звел. О, копы по тревоге. Хорошо, хорошо, я понял. Now. Сядем на хвост в тихом месте, возьмем все, что нужно. Окей. Припаркуемся на газончике, вроде без палева стоим. Так, сейчас там чувак проходную свою пройдет. Я прям, слушайте, хочу побывать в порту. Там в порту-то, наверное, еще шикарнее, кажется. Сикая трава классная в ВШП, а? По-моему, во второй мафии трава и то хуже, чем она здесь.
Молодцы, чуваки, вообще красавцы просто. Да. Я просто сколько раз уже считаю эту модификацию не запускаю и постоянно удивляюсь тому, как здесь все классно. О, вот! Мюсье! Здрасте! Так, надо бы это. Выкинуть его. Так, там мент. Это означает, что надо немножко быть поосторожнее. Так. Мужик, ты куда топанул? Эй, стой! Добрый день, предъявите ваши документы, пожалуйста. Так, а я его выкинуть не смогу, если его так прессану. Так, ну чтобы не додумался сильно. Тихо. Давай еще. Вываливайся нахрен. Давай сейчас задним сдавай, идиот. Почему ты до этого задним сдавал, а сейчас не сдаешь? А! Поле! Выкини этого идиота, а. Ты вообще какой он. А вот сейчас он главное начал двигаться. Ты издеваешься надо мной, что ли? Сдай задним, идиот. Сдай задним. Коробочки, на которых Lost Heaven написано. Я не могу его выкинуть. О! Не могу! Блинский! Идиот! Блин, значит, надо что сделать? Тупой дурак! Блин, Полли! Ну, зачем ты сел? Я теперь даже сдвинуться не могу с места. Так, 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 быстрее, быстрее, Поле, тормози его, давай, стой перед ним, мужик, вываливайся. Get him. We gotta get those papers. Give us your papers and nothing will happen to you. I didn't do none of you. I don't have anything. А, мент! Полицейский, держите его. I got a wife and children. У меня жена и дети, я понял. Help. Документы! Бежим! И заберите все коробки импорт с карт Цезе. Так. Придется мента грохнуть. Жирный! Ты дурак, что ли? Куда побежал-то? Да ты издеваешься, говно! Какого хрена? Именно когда я в него стрельнул, копы внезапно стали по тревоге. Они издеваются надо мной, вообще издеваются. Я прям аж просто, прям, не знаю, реально издеваются надо мной. Ладно, поехали в какой-нибудь тихий уголок, выкинем там гребаные коробки. Потому что с коробками с этими нас явно не пустят. Кстати, я смогу их где-нибудь вот здесь повыбрасывать? Чуваки, вы меня, если что, не видели. Так, ну вроде бы все путем. Вываливаемся. Подобрать коробку, бросить коробку, подобрать коробку, бросить коробку. Томас, следующую-то бери. Подобрать коробку, бросить коробку, подобрать, бросить, подобрать, бросить. Еще подобрать, еще раз бросить. Так, ментов вроде бы нету, это хорошо. Фига, там карабасов наклали задницы. Еще. И еще. Так, ну осталось только с той стороны. Надеюсь, он сможет взять их. Так. Все шикарно получилось практически. Если бы не в самом начале, когда менты начали мне мозги иметь. Коробки, кстати, здесь стали еще класснее, чем были. Ну все, собственно. Валиваемся в порт. Я хочу сейчас пройти эту миссию более спокойным образом. То есть через как надо. О, остановитесь, покажите документы. Красиво тут у вас, парни. Ладно, можете проезжать. И сейчас будет загрузка. Спасибо. Ну давай, давай, давай. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Расскажу своих пару жизненных случаев в этой миссии. И попробуем пройти более спокойный способ. Ну, сколько раз уже я это сказал, нахрен, но скажу потом еще разочек про это. Короче, обычно я пытался все время собрать коробки, пока вот этот вот чувак, который здесь стоит, бегает поссать.
Но очень часто у меня просто не хватало времени и приходилось меситься с ублюдками в порту. И если его убить, то случается собственно такая же фигня. Даже если он идет поссать, ты его метелишь, если сбиты, то все равно охранники эту фигню все палят. И хрен тебе лысый. Поэтому надо постараться, я даже не знаю, что сделать. Вот наши коробочки. Но обычно я всегда проходил так, что пока он сидит, это сказал карабасы туда-сюда, туда-сюда. А сейчас хочу попробовать пройти способом. Кот, ты прешь, а чем ты занята? У нас руки хватает, а ты рука валяешь. Быстро хватай эти ящики и неси их в зал отправки. Я пойду отолью, и чтобы к вам приходу все было. Да-да, шеф, да, шеф. Короче, сейчас попробую пройти по мирному способу. Способу, которым я ни разу не пользовался. Идем к этим чувакам, братишки. Работка подвалила. Добрый день. Куда едете? Здрасте. Привет, мужики. Чем могу помочь, приятель? Парни, нам надо отнести ящик из зала отправки. Шевелитесь. Ладно, пошли, ребята. Старик, я тебе даже помогу. Погнали, только по-быстрому. Чувак опасный какой-то стоит, с Томпсона палит. Вот реально, за сколько раз я играл и проходил мафию, я вот этим способом ни разу не проходил эту миссию, так что для меня это тоже будет чем-то новеньким. Подожди! Ой! Кстати! А, слава богу, он это сделал. Я помню, что здесь есть, короче, такой косяк, что если ты коробку плохо положил, придет этот чувак, скажет... Фу, говно, работа, короче. И меня начнут метелить работники. Я такой, вообще офигеть, нифига у вас тут, блин. Работа. Плохо положил коробку, звезды получил. Так. Тут как-то говно. Я опять как-то хреново положил. Чуваки, надеюсь, вы исправите там, если что, за мной. Говно почистите. Так. Еще. Зал отправки. Сейчас мы тут нагрузим коробочки, там вроде бы осталось еще не очень уж и много. Будет интересно, что будет дальше. Так, карабас. Может быть, он просто свалит? Он стоит, палит опять там. Ты что, нассался, что ли? Иди посри, что ли? Мы пока таскаем. Как вот можно вообще так работать, когда здесь стоят чуваки постоянно с автоматами на каждом углу? Вообще не камильфо. Некомфортно мне работать, парни. Как вы только так работаете? Что-то коробок много, чуваки. Я думал, все как-то побыстрее будет. Давайте там бегайте, что ли. Хватит ходить пешком. Я это прохождение видел где-то на видосах каких-то, что ли, или на каком-то стриме, короче. Вот. Но сам ни разу так не делал, и мне захотелось так сделать. Ставь! Молодой! Опа! Отлично, вроде пока все идет шикарно. Он там подтягивается, стоит, помог бы. Задница. Заставляет ебохать. Потом Томас выскажет за эту фигню. Типа там они прохлаждаются, а я тут коробочки таскаю. Туда-сюда и еще и под пулями всяких ублюдков. Осталось 4 штучки. Ура, чуть-чуть. И я наконец-то смогу спокойненько, наверное, без оружия, без выстрелов, без всего пройти эту миссию. Это будет прикольно. Потому что что-то новенькое за столько лет увидеть, это будет интересно. Ставим еще коробочку. Так как-то криво стоять, не дай бог он до этого докопается и скажет. О, последнее. Ура. Отлично. Парни, спасибо вам за работу, все дела. Можете покурить там. Все нормально теперь. Теперь мне дадут коробки стырить по-нормальному. Че, все с вами можно поговорить? Молодой! Скажи мне что-нибудь. Эй, фелас, что я могу сделать для тебя, да ничем. Тогда не мешай мне. О, пришел! Ну что скажешь? Только ты свалил их здесь, как мусор. И что это значит? Не дай бог ты меня сейчас убивать начнешь. Так. Вроде все спокойно, меня пока не убивают. Так, и что ты хочешь этим сказать? Что значит как мусор? Они стоят как коробки, как и должны стоять. Какого хрена, мужик? Ты что, издеваешься, что ли? Ну давай пройдемся пешочком. Посмотрим на местные достопримечательности, на стенки. На... О, кстати, гаражики здесь какие классные.
Прям отчетливо видно все ручки. Нихера себе! Си, какой классный гаражик! Я помню, как он выглядел в обычной версии, как он выглядит сейчас. Не, ну он крут. Вот этот гараж реально классный. Так, и что теперь? Мне как бы здесь на коробке таскать? Шеф, вон там парням нужна ваша помощь, у них небольшие проблемы. Так и знал, стоит только отвернуться, сразу же все испортят. И куда ты пойдешь? Так. Опа! Быстрей тогда! Он куда-то попиздил! Быстрей, быстрей, быстрей! Он вроде бы что-то это, пока непонятное что-то делает. Он уходит пока что далеко. Блин, это хорошо, конечно. Если он сейчас пропадет надолго, то меня это вообще обрадует. А то если он вернется и придется меситься, то это вообще... Какой хрен тогда я напрягал себе спину и таскал коробки с этими бомжами? Они как будто бы всю рабочую смену стоят и базарят вон там. Блинский, какая у них халявная работа это, я смотрю. Быстрее, быстрее, быстрее. Неохота мне, чтобы он вернулся. Хочется, чтобы все было прям шикарно, прям вах, Вася, прям отлично. Ой, ты что так врезался? С этими дурацкими коробками я даже не успел понаслаждаться видами на этот порт. Да давай! Ты чё врезаешься в невидимую стену? Где ты её вообще нашёл у грузовика? Импорт, Скорцезе, все дела. Оп, еще одна. Осталось еще чуть-чуть. Быстрей, Томас. Главное успеть. Так, его пока нету. Шикарно. Шикарно. Да возьми. Смотри-ка, спокойненько так. Ну, вообще без нервов практически. Все идеально и отлично. Почему я раньше так не пробовал проходить? Я все время раньше пытался коробки таскать, пока этот чувак сыт. Потом я херакался тут со всеми, короче, дох несколько раз. А тут прям вот так вот. Всех тут вот так вот нагнул, нахрен как нехрен петь. Ну все, погнали. Отлично, шикарно, идеально. Дяденька, добрый день. Сейчас, правда, за мной все равно, конечно, погонятся вон те парни. Можно было бы их, правда, сбить, наверное. Или нежелательно. Здрасте! Что-то он даже не сдвинулся, не колыхнулся, что я там куда-то полетел. Может, они не заметили, я как ракета сейчас нахрен пролечу через забор. Остановитесь, покажите документы! Не покажу! Ой, тихо! Главное, в колесо не попадите! О, вроде не попали. В колесо не попали, ура! Воу! Нихера там кто-то шмаляет! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А, так они вдвоем! Лапки, какое превышение скорости, мент, ты что, дурак что ли? Сзади едут два идиота с дробовиками и с пистолетами, а ты меня за превышение скорости хватаешь. Ой, как меня менты только вот в этой части поражают. И этот идиот тоже. Во второй мафии они хотя бы, блин, до людей еще докапывались, до гангстеров, до этих. Если не кто-то врезался там и тому подобное. А здесь жалко, такой хрени как бы нету, это довольно-таки странно, вам так не кажется? Ну да ладно, не будем придираться все-таки, как-никак. Видимо, она так... Ой! Ой-ой-ой! Тихо! Ой-ой-ой! Поли, Сэмми! Прикройте меня! Валиваем... Твою мать! Дай проеду! Дай! Сэм подберет Салири, мы вдвоем отведем грузовик на склад. А видите, да ладно, мы даже стрелять не будем, что ли? Что происходит? Кто это? Нихера себе ты смотри, Сэм! Он просто... Он просто всех перешмалял, как нехрен петь! Нормально так вообще, спасибо, Сэм, спасибо, дружище! Дружище, братка, все дела! Шикарно! Все вышло куда лучше, чем я рассчитывал. Просто взял, всех расшмалял. Я думал, сейчас надо выходить, мочить ублюдка с дробовиками, с калашами там, с Томпсонами, с пистолетами. А, сейчас еще ехать, короче, за 3 звезды. Короче, реально тоже как в стиле мафии. Надо ехать в другой конец города. Это же в прямом смысле другой конец города, потому что... Рабочий район это угол одного, точнее, рабочий район это угол города
слева. Окей. А склад? Окей, пошли, ну окей. Я как бы не против, я вроде не стоял на месте. Или к чему он это сказал? А склад царей реально находится в другом конце города. Блинский. Ну да ладно, чё? Не знаю. Ехать показывать или обрезать. Нормальные вывески Кока-Колы. Красивенькие. Кстати, вот этот фигня, где метро, короче, там вроде тоже так-то симпатично выглядит. Нормально, нормально. Ну, короче, ладно, чё? Погнали, ребята, едем до склада Сальери. Если что-то такое будет, я покажу. Today was just great. While you two messed around, I carried at least a ton of crates around my guys with guns. Вот он возмущается, притащит тонну ящиков на глазах у вооруженной охраны. Вот как я и говорил, что Том будет немножечко возмущен, что какого-то хрена... Блин, красота, ты посмотри, как красиво. Твою мать, вообще шикарно. Еще и вода такая прям... Блин, я вот даже сейчас когда увидел, меня аж прям это удивило, прям, ну классно. Для игры тех времен, чтобы такие виды были шикарные, это прям, не знаю. Ой, там даже мост видно, что он раздвинул свои там хрени. Ой, мент! Бах, нахрен, нифига, я думал, он сейчас еще и... Вот, смотри, какая ляпота, красота, ты просто посмотри. Это даже не верится, что это мафия. Вот это нахрен охренеть. Реально круто, реально классно, еще фонари светятся вечером так. Прям, блин. Классно. Согласитесь же, классно. Шикарно даже, не то что классно. Классно, красно там все дела. Блин. Очень приятно. Ну ладно, чё, set don't move. Ладно, чё, погнали тогда до бара Сальери. Ой, до бара, до склада. Oh, so it's Sam. А, так это придумал Next Сэм, в другой раз сами будете разгружаться, я пальца не притронусь к ящикам. We'll ладно, в другой раз посмотрим. А, кстати, в PS-версии здесь нет этого забора, и там чисто идет пустота, нет никаких деревьев, ни ангаров. Все-таки лучше, когда он есть, это более добавляет какой-то оживленности, какого-то эффекта. Блин, и мент! Просто, блин, в самом конце менты, вы прям знаете, в какой момент надо приехать. А, тут похрен на ментов. Ой, они сзади едут все равно. Сирена-то идет. Томми, Полли, братишки. Там менты все равно есть. Или что, они там заезжают, нет? Как это странно, да, ведь? Там реально слышно. У нас получилось. Хорошо, теперь наконец-то можно посмотреть, что в этих ящиках. Хорошая мысль, надеюсь, они в дороге не помялись. Я слышу опять гребаную сирену мента, где он? Его не видать что-то? Я представляю сейчас во время клипа, вы были арестованы, это будет шикарно. Просто шикардос. Короче, в принципе-то вы знаете, что здесь такое будет-то? Так, давай попросим, ой, посмотрим, знаешь что? Что-нибудь интересное такое еще надо найти. Черт, я его совсем раздолбал. Какого черта ты там делаешь? Что? Так, короче, чуваки, надо подумать, что тут еще есть интересное. Так. Эй, Бакс! Боже, ты не поверишь. Да-да-да. Подождите, подождите. Надо подумать, что тут еще есть. Определенно не леденцы. А чё бы нет? Those are diamonds, and a hell of a lot of them. Those are diamonds. What if they're just phonies? You know, they exchange cigars for mirrors, props, beads, stuff like that. Ладно. Короче, я знаю, что следующее буду проходить. Сейчас я скажу, как этого человека зовут, который это просил. Так, где он тут? Ща мы его найдем. Так. Should we take Где them? Он? What? You think we'd get away with it? Well, we could say that some crates got lost in the chase. What? Or...